Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь или договориться, или решить силовым путем. Мы вот к этому и будем стремиться. Теперь, что касается демилитаризации. Ну, не хотят договариваться. Ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране. Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет.